香香满青烟上，乍一味当归入药汤，相思泪絮的心头上。捏儿了手舞在纸上，摇铃时荒凉，半夏新月照千里光，与君一别两苍茫。一郎此去不归期，情等来生再续，如真去往不留息。等心燃尽不火体，一晚回香独火欢，心藏清君一匹。大雨淅淅沥沥，模糊眼睛，却仍曾经更清晰。为君再奏一曲，今夕何夕，两手难回天注定。大雨淅淅沥沥，沾湿回忆，恨别离，无药可愈。一人有情而天无应，白云都散去，生命越叹息。Должен ли я рассказать ей, что ее мать умерла? Если скажу ей правду, все, что случилось тогда, может выйти на свет. Жить с надеждой лучше, чем потерять ее. Брат Фае. Что такое? Я здесь, чтобы кое о чем спросить тебя. Очевидно, что Хан Юньси шпионка государыни. Почему ты покрываешь ее? Помнишь, однажды я рассказал тебе о женщине, которая спасла меня из тюрьмы? Помню. Что общего может быть у нее с Хан Юньси? Та женщина — мать Хан Юньси. Какое совпадение? Могло это быть подстроено государыней? Ни государыня, ни Хан Юньси не знают, кто я на самом деле. Как это может быть подстроено? Даже если так, ты не должен защищать того, кто предал тебя. Брат Фае, ты никогда не был таким чувствительным. Ты влюбился в нее? Так значит, Лун Фэйе вернулся в дворец 15 лет назад. Да. 15 лет назад мастер ядов сошел с ума, ядовитый человек исчез. Какое совпадение? Цишао, ты хочешь сказать, возможно, во дворец вернулся не Ван Цинь, а потерянный ядовитый человек? Не говори, пока нет доказательств. Цишао, куда ты? Искать доказательства. Лун Фэйе лег спать в полночь. Завтра утром ему нужно идти во дворец. Разве он не будет сонным или усталым? Постоянная усталость вредит здоровью. Недавно я узнала один секрет. Ему очень нравится чай Нанчаньхун. Я правда хочу сказать ему, что если пить так много чая на ночь, это может повлиять на сон.
ядовитая девчонка. Мне пришлось сильно постараться, чтобы пробраться к тебе. Что привело тебя сюда? Я рисковал жизнью, чтобы кое-что тебе принести. Что это? Сама посмотри. Благовоние Синьлун? Да. В прошлый раз ты искала траву лунного семени. Но знаешь что? Если использовать ее вместе с благовониями Синьлун, это здорово усилит ее действие. Гу Цишао, ты лучший. Правда? Как наградишь меня? Как посмел ночью проникнуть в мое поместье? Ваше Высочество, я разговаривала с другом. Да. Ядовитая девчонка, прости за неприятности. Я пойду. Ваше Высочество. Может ли быть, вы ревнуете? С сегодняшнего дня ты под домашним арестом. Без моего разрешения не можешь выходить из своих покоев. Синси! Что такое с вами двумя? Ваше Высочество, вы в порядке? Все хорошо. В чем дело? Тогда ладно. Я здесь, чтобы доложить вам кое о чем. Я узнал, кто был во главе второй группы похитителей. Как мы и думали. Хозяин долины — Гу Цишао. Кроме того, Гу Цишао теперь советник наследного принца. Но, насколько я знаю, учитывая его богатство и власть, он не удовлетворится позицией простого советника. Поэтому у него должна быть иная цель прийти сюда. Я продолжу расследование. Я понял. И еще. Скажи стражам усилить охрану поместья. Да. Ваше Высочество, позаботьтесь о себе. Нинзин. А Лун Фэй не перегибает палку? Гу Цишао мой друг. Хотя ему и не следовало приходить сюда ночью, Лун Фэй не должен был пытаться поднять на него руку. Старший брат, конечно, виноват, что он хотел его побить, но его можно понять. Почему? Вот послушай, ты супруга старшего брата. Если муж находит в комнате супруги ночью другого мужчину, это ведь неприлично. Похоже, в твоих словах есть смысл.
он думать, что между мной и Гу Цишао что-то есть? Хотя старший брат выглядит равнодушным, все же ты ему очень дорога. Нет, я должна ему все объяснить. Не спеши. Уже поздно. А старший брат еще злится на тебя. Если пойдешь сейчас, разве не сделаешь еще хуже? Скорее ложись спать. Новости о том, что государь создает ядовитых людей, распространились по всей столице. Даже на юге люди слышали об этом. Люди больше и больше жалуются на государя. Изобрази раскаяние. Удачи! Позвольте мне продолжить. Передвижения наследного принца были странные, поэтому я проследил за ним. Оказывается, он продолжает изучение ядовитых людей. Пошлите кого-нибудь предупредить наследного принца. Он не должен заниматься такими аморальными вещами. И еще. Следите пристально за поместьем наследного принца. Слушаюсь. Госпожа, письмо от наследного принца. Теперь понятно, что произошло. Няня, наследный принц просил Гу Цишао исследовать яд, что был подменен. Знаешь, что в нем было? Госпожа, вы такая счастливая. Есть результаты? То, что дала мне супруга Сяо, не яд, а средство для предотвращения беременности. Но из-за его дозы и эффективности лекари не смогли бы его обнаружить. Супруга Сяо по-своему умна. Небольшая доза этого средства не принесет моему здоровью большого вреда. Сначала даже признаков никаких не будет. Какая же зломная эта супруга Сяо. Я думала, что она сделает блестящий ход, а все оказалось таким примитивным. Но ее можно понять. В гареме правителя ребенок – самая лучшая гарантия. Госпожа, что же нам делать? Нужно ли рассказать все его величеству? Нет, мы не можем. А иначе он узнает, что мы подменили яд. Я часто посылаю пирожные сестрам в гареме. Няня, ты помнишь, что супруга Сяо сказала, что она всем супругам посылает пирожные? Госпожа, вы хотите сказать? Государыня, прошу вас, помогите мне. Я не знаю, почему его величество запер Тинцина. Я молила его величество о встрече, но он отказался увидеться со мной. Я очень беспокоюсь. Его величество поступил так, видимо, по политическим мотивам. Но гарем не должен вмешиваться в политику, поэтому, как супруга, ты должна следовать правилам. Более того, Тинцин также сын его величества. Разве его величество причинит вред своему сыну? Государыня, я не это хотела сказать, я просто... Пришла супруга Цин, пришла принцесса Чанпин.
Приветствую, бабушка. Приветствую, государыня. Поднимитесь. Спасибо. Приветствую, сестра. Приветствую, супруга Сяо. Поднимитесь, сестра. Супруга Цин, подойди сюда. Что я могу сделать для вас, государыня? Слышала, ты была отравлена. Что же произошло? Я хотела навестить тебя, но Его Величество сказал, что ты слишком слаба, не позволял никому к тебе подходить. Ты же не обижаешься на меня? Спасибо за заботу, государыня. Как я посмела бы обижаться на вас? Раз уж я полностью выздоровела, думаю, всему виной злые люди, которые хотели опорочить сестру Сяо. Это так, супруга Сяо? Разумеется. Я не такой человек. Государь нехорошо меня знает. Бабушка, не волнуйтесь. Отец найдет виновника. Да, государыня. Сестра Сяо так добра. Часто посылает пирожные другим супругам. Я думаю, государыня тоже их ели. Все с восторгом говорят о поваре из дворца супруги Сяо. Жаль, что злодеи отравили пирожные. К счастью, сестра знает, что я их люблю. Поэтому время от времени посылает мне их. Пирожные? Какие пирожные? Почему я их не ела? А вы ели их, бабушка? Это моя вина. Я забыла о принцессе. Я обязательно как-нибудь пришлю их вашему высочеству. Не нужно. Я не стану есть ваши пирожные. Что если я тоже отравлюсь, как супруга Цин? Дитя, не говори глупостей. Да, принцесса. Это глупо добавить яд в пирожные, которые даешь кому-то. Государыня, думаю, сестру Сяо несправедливо обвиняют. Ладно, в этом есть смысл. А в историях рассказывают, что можно вместо яда положить снадобье для предотвращения беременности. Зачем класть яд, Чанпин? Да, бабушка. Сестра, ты в порядке? Все хорошо. Я просто беспокоюсь о Тяньцине. Плохо спала ночью. Второй принц? Что с ним случилось? Государь просто поругал его и велел подумать об ошибках. Я понимаю. Государынь, я плохо себя чувствую. Раз уж сестра Цин здесь, пусть она составит вам компанию. Раз так, можешь идти. Спасибо, государыня. Что с ней? Она же только что была в порядке. Должно быть, притворяется. Дитя, возвращайся к себе и подумай о поведении. Ты принцесса. Почему читаешь подобные истории? Хотя бы знаешь, о чем здесь говорила? Слушаюсь, бабушка. Супруга Цин, ты только недавно поправилась. Не нужно было приходить ко мне, чтобы поприветствовать. Слышала, ты недавно простудилась. Ты такая слабая. Тебе нужно больше отдыхать. А иначе, как ты сможешь иметь детей от Его Величества? Может, я еще не привыкла к здешней погоде, и цикл у меня нерегулярный, и аппетит плохой, но я не знаю почему. Мне просто нравятся пирожные, подаренные сестрой Сяо. Послушай, ты как ребенок. Чуть не умерла, а теперь снова летишь на огонь? А что с пирожными не так? Разве плохо, когда хороший аппетит? Няня Ли, я здесь. Пошли тайных стражей следить за дворцом супруги Сяо. Кроме того, составь список всех супруг, которые принимали от нее пирожные все эти годы. Я его посмотрю. Государыня, вы думаете? Надеюсь. Это не то, о чем я подумала. Госпожа, хотите сказать, государыня тоже начала подозревать супругу Сяо?
Вполне возможно. Как и правитель Тинхуэй, государыня очень подозрительна. Она вполне может поверить этому. Более того, это касается детей государя. Если подозрение пустило корни в ее сердце, она точно проведет расследование. А кто ищет, тот получает, что хочет. Если все так, это будет замечательно. Не думала, что те истории, которые вы время от времени рассказывали принцессе Чанпин, помогут в этом деле. Поживем, увидим. Что это? Госпожа Ван Фэй, в этих сундуках ценные травы. Травы? Вы не ошиблись? Я не покупала травы. Госпожа Ван Фэй, нам сказали принести их сюда. Кто-то сказал принести? Это не может быть Гу Цишао. Может, его высочество? Значит, он не сердится? Брат, не знаю, что было с мастером ядов, но он сошел с ума. Может, мне позвать лекарей, чтобы они осмотрели его? Пусть Хан Юнси попробует вылечить. Нет, я против. Хотя Хан Юнси хорошо разбирается в ядах, мастер ядов сошел с ума не потому, что был отравлен. Если она узнает о нем, разве это не рискованно? Я знаю, что делаю. Но Хан Юнси шпион в государыне. В случае, если... Я уже все решил. Ваше Высочество, смотрите, кто-то подарил мне так много ценных трав. Это же Гу Цишао прислал их. Вы заболели? Я в порядке. Пойдем со мной. Куда? Там узнаешь. Позже иди к главным воротам, Стан Ли. Вечно напускает туману. Он тот, кого я должна лечить? Верно. Он очень важен для меня. Но сейчас он безумен. А мне нужно, чтобы он был здоров.
Фази. Не волнуйтесь. Тише. 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 Брат, у нее получится? Ну как? Я должна все изучить. Ты сможешь вылечить его? Я постараюсь. Брат, что такое? Вы простудились? Мой брат – мастер боевых искусств. Как он мог простудиться? Может быть, воздух тут не очень и слишком пыльно? Давайте вернемся. Белоухи, давно не виделись. Ядовитая девчонка. Цишао. Давно не видел тебя. Я очень соскучил. Нет. Я замужем и не могу принимать такие теплые объятия. Столько дней прошло, и ты не скучала по мне? Я соскучилась по твоей долине. Неблагодарная. Ты такой болтун. Какая девушка осмелится выйти за тебя? Ты ошибаешься. Очень много девушек влюблены в меня. Их можно выстроить в очередь длиной от столицы до моей долины. Но я люблю лишь одну. Кого? Тебя. Это шутка. Девушка, которую я люблю, невинная, умная и красивая. Совсем не похожа на обычных людей. Если сравнивать с тобой, она почти как ты. Но в этом мире она единственная, кто мне подходит. Ты очень хорошо отзываешься о ней. Познакомишь нас как-нибудь? Если будет возможность, обязательно познакомлю. Кстати, как те благовония, что я дал тебе в прошлый раз? Я их случайно потеряла. Прости. Да ладно. Если получится, я найду для тебя еще. Нет. Они слишком хороши. Оставь для себя. Пока ты разрешаешь пользоваться травами из твоей долины, мне этого достаточно. Можешь разорять мои грядки с травами, сколько тебе захочется. Так я пойду? Вперед. Мне тут недавно понадобились травы. Не спеши. Да я сначала посмотрю.
Ядовитая девчонка, это странно. В списке нет трав, которые применяются в ядах. Похоже на лекарство от слабоумия. Помимо ядов, мне приходится улучшать свои лекарские навыки. Тогда я перестану называть тебя ядовитой девчонкой. Да ладно тебе, ладно? Скромности в тебе не на грош. Дай-ка посмотрю второй. Для лечения простуды? Ты простудилась? Нет, это Ван Цинь. В последнее время он много кашляет. Ван Цинь командует такой хорошей девушкой, как ты. Это неправильно. Ван Цинь хороший. Что еще за выражение лица? Возьми и собирай свои травы. Я приду к тебе позже. Рыбка попалась на крючок. Куда ходила? Я ходила за травами. В долину? Чу Сифен, ты так выполняешь свою работу? Ваше Высочество, вы сказали мне только следить за долиной. Вы не говорили не позволять Ван Фэй ходить туда. Если не ошибаюсь, ты под домашним арестом. Разве вы не разрешили ходить в покое Ю? Какое отношение это имеет к домашнему аресту? Я подумала... Без разрешения ты не можешь покидать свои покои и покои Ю. Если тебе что-то понадобится, просто скажи Сифену. Лун Фэйе, как можешь так обращаться со мной? Госпожа, если вам нужны какие-то травы, просто скажите. Его Высочество может купить любые травы, вам не нужно ходить в долину. Те два сундука купил Его Высочество. Так они и правда от него? Конечно. Спасибо, Сифен. Спасибо. Я-то тут при чем? Что? Говорите, мой дядя, вероятно, отравлен ядом Гу? Да. Я использовал благовоние, чтобы проверить. Что вы имеете в виду? Благовоние Синлун – особенная и редкая трава. Многие знают, что она лечит разные болезни. Но не все знают, что отравленный человек, вдохнувший ее аромат, заболевает простудой. Теперь я убедился, что Лун Фэйе серьезно отравлен. Как только у нас появится шанс, применим иглоукалывание на особые точки. Это изменит направление его энергетических потоков. Если он ядовитый человек, он выдаст себя. Прекрасно. Я отправлюсь во дворец рассказать отцу. Гу Цишао, это тост за вас. Ваше Высочество, не беспокойтесь. Я помогу вылечить его. Поднимитесь. Дядюшка. Дядюшка, я снова пришла. Уходи, уходи. Я не буду подходить, не буду. Какой толк его высочеству от этого сумасшедшего старика? Его держат в таком виде? Если бы я узнала причину его болезни, нашла бы способ лечения, и рано или поздно он выздоровел бы. Вы вспоминаете что-то из своего прошлого, и это сводит вас с ума? Поэтому ваше настроение так быстро меняется? Это не так, не так. Этого не может быть. Синь, Синь. Нет. Что? Синь, Синь. Ван Фэй, осторожней. Что такое? Вы в порядке? Надеюсь, это лекарство выровняет твое настроение. Приветствую вас, отец.
Отец, у меня есть для вас новости. Поднимись. У меня есть подозрение, что Ван Цинь не принадлежит нашей семье. Он потомок династии Цинси. Есть также соображение, что он последний ядовитый человек в мире. У тебя есть доказательства? Пока я не нашел доказательств. Но у меня есть план, как разоблачить Лун Фэйе. Какой план? Через несколько дней, на празднование дня рождения бабушки, мы можем использовать возможность и вынудить Лун Фэйе выдать себя. Подойди и расскажи. Благодарю, отец. Дядюшка, я здесь. Не бойтесь, не бойтесь. Я принесла вам кое-что вкусное. Сейчас покажу. Креветки. И мясо. Идите сюда. Покушайте. Вкусно? Да, да, да. Еще, еще ешьте. Оказывается, вы тоже не любите морковь и петрушку, как я? Плохо пахнут. Блестяще. План наследного принца просто блестящий. Если государь и наследный принц начали сомневаться в происхождении Вана Цинь, почему бы не использовать эту возможность, чтобы рассказать Его Величеству, что произошло, когда Хан Юньси шпионил в поместье Вана Цинь? Нужно подождать. На празднование моего дня рождения я использую Хан Юньси, чтобы подтвердить догадки, что Ван Цинь – ядовитый человек. С уликами не будет поздно рассказать обо всем Его Величеству. Госпожа, я беспокоюсь, не слишком ли рискованно давать Хан Юньси ключевую роль в этом деле? В конце концов, она до сих пор не предоставила вам никакой ценной информации. Ты переживаешь, что Хан Юньси предана Вану Цинь? Да. Не стоит. У меня есть свои способы повлиять на нее. Хан Юньси. Матушка. Посмотри на себя. Во что ты одета? Разве ты выглядишь как супруга Вана Цинь? Вы правы, матушка. Сегодня снова собираешься покинуть поместье? Ты Ван Фэйцинь, а продолжаешь появляться на людях. Как неподобающе. Матушка, я выхожу из поместья, чтобы помочь его высочеству. Тут ничего не поделаешь. Что касается моей одежды, она больше подходит для прогулок. Кроме того, у меня есть только титул Ван Фэйцинь, но нет никаких настоящих прав. И никто не обращается со мной должным образом. Если вы думаете, что я должна думать о репутации Вана Цинь, пожалуйста, предоставьте мне права, Ван Фэйцинь. Ты... Как ты смеешь? Я всего лишь говорила о том, что ты роняешь репутацию нашего поместья. Но ты мне так грубо ответила. Матушка, я лишь сказала правду. Прекрасно. Ты так неуважительно себя ведешь. Посмотрим, сколько еще Фэйе будет защищать тебя.
Моя одежда, правда, так ужасна. Конечно. Ван Файцинь должна выглядеть как Ван Файцинь. Ты – лицо всего нашего поместья. А посмотри на свою одежду. Такая неподобающая. Знаешь, как это неуважительно? Так что? Я не могу беспокоить его высочество из-за одежды. Не льсти себе, мой брат слишком занят, чтобы заботиться о тебе. Нелепость. А я думаю, моя одежда хорошая. Брат Фэйе, почему ты еще не спишь? Не могу заснуть. И вышла прогуляться. Брат Фэйе, помнишь, в детстве мы лазили по деревьям? Всякий раз я не могла взобраться на дерево, а ты помогала мне. Тетя говорила, что мы много шалим. Конечно, помню. Ты пряталась среди ветвей и была так рада смотреть, как матушка ищет тебя. Но, брат Фэйе, ты всегда будешь добр ко мне. Конечно. Минсян, в моем сердце ты как младшая сестра. Младшая сестра? Уже поздно. Ты простудишься. Ты только недавно выздоровела. Ложись спать пораньше. А у меня есть дела. Я не смогу проводить тебя. Ну как, тетя? Так приятно. Ханинси выходила сегодня из поместья. Его высочество повел ее на рынок. На рынок? Фэйе не нравятся такие шумные места. Госпожа, вы сказали, ее одежда не подобает Ван Фэй. Его высочество как-то узнал об этом, и поэтому повел ее на рынок и купил ей множество украшений. Юнси, поздравляю. Я хочу сказать, что ты и старший брат теперь настоящая пара. Ты думаешь, я нравлюсь твоему старшему брату? Я уверена в этом. Правда? Просто подумай. Когда ты в опасности, старший брат первым спешит на твою защиту. Когда тебя обижают, старший брат поддерживает тебя. А когда ты рядом с Гуцишао, старший брат, такой безразличный, начинает ревновать. Короче говоря, ты ему нравишься. Правда? Правда.